А перед началом ролика обязательно зайди в мой магазин и купи офигенную игрушку по супер низким ценам. GTA 5, CSGO, Евротрак Симулятор, Спинтарас, BMG, все, что ты любишь по очень низким ценам. Тем более, что сейчас действует акция, так что не упусти свой шанс и купи игру реально за копейки. Ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик. Сегодня у нас GTA 4 Криминальная Россия, и у меня ограбление магазина вообще не удалось. Прям вообще не удалось. Ух ты, вот это мне повезло, просто пипец. Короче, угнал тачку. И сваливаю теперь, пытаюсь свалить нахрен. Потому что за мной что-то слишком много копов. Их стало очень... Они колесо мне еще пробили. Ладно, хоть тачка переднеприводная. Короче, их очень много понабежало. Как будто там засада была. Я не знаю, прям изо всех щелей поналезли. Вот сейчас вас просто расстреляю всех вас, ублюдков. Фух, надо откуда-то... Надо, вернее, куда-то валить. Не знаю, куда я. Из города уже... Фигачу, посмотрите, сколько машин, посмотрите просто сколько, какой объем этих копов, сколько их вообще за мной фигачит, я не знаю, смогу идти или нет. Напишите в комментариях, как вы считаете, получится у меня от них свалить или не получится. Так. Вот вам, получаете, блин. Ух ты ж, черт, еще врезался. Ты че, мужик, совсем с ума сошел? Так. Странно, там какой-то у них движняк какой-то у них прям там. Я сейчас их расстреляю. Я их задавлю сейчас нахрен. Нате, коп, блин, вонючий. Тихо. Давай, езжай. Вот тебе, на, получи. Ха-ха-ха. Кусок вонючего дерьма. Все. Ух, прям с дробашом стоял, я его просто дико объехал красиво. Так. Опа, на. Серьезные уже грузовики фигачат. И тоже за мной. Но я просто не мог, ну, вы понимаете, да, они в одном месте стоят, я не мог так проехать. Так. Мне бы, конечно, машинку поменять, но ладно. Сейчас не до этого. Ох, ты как развернула жестко, ну, в принципе, ничего. Так, едь. Ну, мне пока везет, надо отметить. Реально. Хотя их сзади уже полненько. Прям полно их. Так. Оп. Чисто объехал. Машину постоянно заносят, потому что заднее колесо пробито. Чу-чу-чу-чу-чу, вот это да, вот это я в куст впилился. Не в куст, вернее, а в корень. Так, давай, газ в пол. Жесть, тачка вся, задние колеса, оба задних колеса пробиты у меня, но... Где-то сзади прямо. Блин, мне бы на машину все-таки поменять, потому что... Ну, не дело... Ах, прости, чувак. Так, Запорожец. Блин, Запорожец это не дело. Это тоже не дело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, сейчас вот выйдем на асфальт. Надеюсь, получше здесь пойдет. Блин, ну вы что ж делаете-то, а? Надо на асфальт выезжать, жестко заносит. Тут просто нереально. Когда они пробили второе, я одно-то видел, когда пробили. Когда второе колесо пробили, вообще понятия не имею. С вертолета еще херачат по мне. Блин, сейчас в дерево прямо втемяшусь. Не, мне срочно нужна машина. Так, это что такое? Ниссан какой-то, хрен его знает, как вообще управлять этим Ниссаном. Я знаю поговорку одну, купил Ниссан и теперь с ним сам, ну, сами понимаете. Так, вот, ух ты, блин, прям в лобину мне прилетел. Вы смотрите, что сидит-то, да? Нате, сидишь тут, ждешь подачи. Так, надо сюда куда-то текать, черт возьми. Текаем сюда, текаем. Блин, вон шаха, я знаю, как на шахе ездить. У меня была шаха. Чисто. Тихо ты.
Тихо, 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 блин, тихо. Иномарки вообще нельзя брать, потому что там что-нибудь прострелит, какую-нибудь топливную систему, все, она не поедет. На наших-то все нормально, там карбюратор, как бы, что там, все элементарно просто. Так, 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 машину, 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 надо машину какую-то, здесь нету ни хрена, мне машина нужна. Вот вам. Оп. О, десяточка, десяточка! Ух ты, ни хрена себе, вот это втащило мне. Вот это жесть. Просто всю тачку расфигачило. Кое-как живой остался, пацаны. Аж почки заболели. Так, 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 так. Проезжай, проезжай. Кое-как остановился, чтобы пролететь перекресток. Так. Не Васик. Не Васик. Ах, догнать никого не могу, блин. Братан, мне не Васик бы твой... Ах, черт, и прямо они вот, они сзади уже. Извини, извини, мужик. Прости, пожалуйста, я не спецон. О, Волжана. Волжаночка. Родимая Приора. Ой-ой-ой-ой-ой, как сладенько тут. Быстрее, выезжай нахрен. Выезжай, сейчас все сломает тут. Садись, садись в точилу, быстрее садись в машину, грёбаный кусок говна, фекалия вонючая. Парни, я пытался, честно скажу, пытался изо всех сил. Я не знаю, ну если хотите, мы можем попробовать продолжить, ну типа сейчас что-нибудь... Натя. Так. Снова Чирик. Попробуем уйти. Короче, до очередного либо ухода, либо моего поражения, потому что получилось коротковато. Надеюсь, не будет проблем с прогрузкой текстур, как это иногда бывает в GTA 4. Сейчас посмотрим, парни. Так. Дверь оторвал чуваку. Оп. И сюда уходим. Ничего страшного. Бывает. Ну, что-то мне кажется, что сейчас у меня вполне может получиться уйти, потому что они какие-то вялые. В тот раз вы сами видели, что они просто творили. Все, сваливаю, ребят. Не знаю, догонят, нет, тут пробка, черт возьми, началась. Пробочка, пробочка, пробина. Давай, 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 давай. Давай, едьте, едьте же. Так, что-то мне подсказывает, а именно отсутствие звездочек в верхнем правом углу, что я в принципе оторвался от погони. Слушайте, реально оторвался от погони. Так, ну что, тогда в принципе серию можно заканчивать. Потому что... Наконец-то мне удалось. Ну, первый раз, да, первый раз я сдох. Но ничего, второй раз зато реально получилось уйти от погони. И это меня очень даже радует. Ну что, ребят, на этом будем заканчивать. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии. А я тут еще немножечко развлекусь с копами. Короче, если понравилось, жми лайк, обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Механик, и всем пока.